Так, ну для начала смотрим такого персонажа, как Инжир. Вот, сейчас я нажму. Для разгончика, так сказать, да? Главный секрет трека «Уволень». Фиксирую, смотрю. Смотрю, фиксирую. У меня, блядь, почему... Всем привет! Именно лагает. Я вот, я на паузу поставил, когда начал разговаривать. У меня лагает почему-то YouTube именно. Чё, блядь, я не знаю, что-то с процессором или что, нахуй. Так, алло, да здравствуйте. Привет, это я, Инжир. Да, это правда, я, это не фейк. Блять, я подумал, это у меня какая-то хуйня с вебкой. А это у него, блять, черные полоски, нахуй. Здесь и здесь. Блять, что это за камера, нахуй? Я подумал, что у меня сломалась вот эта прозрачность здесь. Эйк. И недавно у меня, как вы знаете, вышел очень классный, крутой трек с пятеркой. Да, не каждый день... Ну, такая ответственность на плечи падает, и вот я решил, ну, оторваться по полному, типа, тотальный прикол туда вложить. И снимаю это видео спустя некоторое время, просто чтобы, ну, вам раскрыть приколяху, чтобы те, кто изначально не кекнули, кекнули ща. Так. Если говорить коротко, я засунул пенис в трек пятерки. Да. Всем привет, друзья. Я свожу альбом «Рыба». Да, как вы понимаете, это трек... Который все ждут, я думаю, да, это мой фит с пятеркой, так. Да, как бы вот подтверждение, друзья, включаю. Убираюсь в комнате впервые за 2 года. Ну где член, пенис? Да, 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 ну короче. Ну я решил сделать пакость. Ну да, так. Кирилл, ну скидывал мне куплет 4 месяца. Вот, так. Короче, друзья, вот такая аудиозапись член. Есть. Член, ага. Она называется член, называется она не просто так. Если этот волшебный звук открыть в спектрограмме, или как это называется, короче, крутая штука, вот если ее там открыть, вы получите, ну, хуй. И прямо сейчас я запихаю пенис в трек с пятеркой, друзья. Надеюсь, в заднюю часть. Вот так это все происходит, так. Ну, давайте, вот так трек кончается, и здесь будет начинаться. Подожди, это вот это... Вот это в конце... Хуй. Так это звучит. Ну, не важно, как это звучит, да? Блять, я ему еще говорю, что это за хуйня? Я ему написал, говорю, что это, блять, у тебя программа залагала или что? Я когда переслушал этот трек перед тем, как его, ну, типа, выложить, я говорю, что это такое? Он говорит, это концепт. Он говорит, это концептуальная музыка, это концепт, блять. Ебать, концепт засунуть хуй, блять. Громковатый хуй не находите, надо его приглушить. Член. Так. Все. Всем пока, друзья. Ага. Ну, вот так вот и вышло, друзья, собственно. Раз уж вы уже все здесь собрались, блядь, я предлагаю... Блядь, сука, это реально самый лучший повод. Это такой пиар-ход гениальный, блядь. Это... Сука, аж захотелось переслушать, блядь. Вам заснить мой новый трек, который выйдет очень скоро. Вот где-то тут будет дата. Крутая дата, вообще трек пушечный. Слушаем. Разъебать на бит, это не вопрос. Мои пацаны летят наверх, как Angry Birds. Птенчик хочет биф, бля, ты не дорос. Что-то ротика летит, мы рили Angry Birds. Блять, твой сон мне закинул рекламу просто. Angry Birds, Birds, Birds. Это не вопрос. Брос, 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 ты понял, кто здесь босс. Босс, босс, ты хочешь со мной фильм. Короче, подкинул рекламу, блять, обоих треков. Гений. Чел гений. Гениален. Как Цой подавил самоцой. Следующее видео. Вот. Контент и маленький ком. Называется мемный оргазм. Лютые приколы из группы Пятерка. Мушек, на котором все держится, это трусы Пятерки. Смешная картинка. Правда, не думал то, что у Пятерки могут быть трусы. Это же все-таки цифра. Посетил планету девственниц,
теперь это просто планета. О май! А можно мне тоже на эту планету? Нет. Нормальный человек. Привет. Он просто зачитывает мемы мои же. Привет, пока. Как дела? Что делаешь? Всего доброго. Подписчик пятерки. 42, 42, 42, 42, 42. Да уж, вот это математик. История бля повторяется. И на двух каналах пятерки большое количество подписчиков. Как круто. Наверное, этот пятерка учитель в школе. Промежуток. Блять, как же ты плох, нахуй. А что аж хорош, нахуй. 4 года, задумайтесь. И как выглядел синеволосый парень в 20-м году и 24-м. Прикольно. Я бы тоже хотел... Я вряд ли в 20-м году был с синими волосами, кстати. В 24-м году 120... Я честно вам скажу, я этот мем добавил только из-за того, что у меня вот тут ебало тупое. Вот, и все. Это... 4 тысячи робокс. Успех — это лестница, на которую не забраться, лежа в руки в карманах. Зиг Зиглар. Да уж, цитаты великих людей. Ты... Действительно, блядь. Она в комнате с двумя мужчинами, но чувствуешь себя в безопасности. Кто они? И на картинке два богатыря. Но за этими мужчинами я бы точно чувствовал себя в безопасности. Особенно за левым. Стрима не будет. В ближайшие 2 недели. Ну, ребята, во всем надо искать плюсы. Возможно, у школьников появится больше времени на учебу. Доскама. Уродливый мужчина. Услышка. Мужчина-король. Ха-ха, смешная картинка. Правда, я не знаю, что такое скам. Но вы, ребята, занимайтесь этим почаще. Миллионер по неволе. Нихуя себе красивая девочка. Я бы хотел быть ее дворецким. Да-да. Девушки. О нет, мы надели одинаковые платья. Что же делать? Парни, у нас одинаковые пиджаки. Я с тобой не общаюсь. Вот в чем отличие парней от девушек. Знаете, ребята... Как меняет человека попка. И чувак за 3 года стал гигачадом. Круто. Правда, у меня после попки болит писюнчик. Наталья. Наталья, 47 лет. И сразу к тебе, Наташ. Выбирайте категорию. Тайны человечества. Что слышит рыбка? Так что слышит рыбка? Я так и не понял. Ну, блять. Сейчас покажу. Вот, примерно вот так вот слышит рыбка. Анстсия. Все Насти тупые. И один близнец хочет убить другого. Согласен. Настям нужно прекратить уничтожать друг друга. Парень с маленьким мозгом кричит на самца с большим мозгом. Я согласен, то, что это глупо. А вы как считаете, ребят? Напишите в комментариях. Попкакор. Обсуждать сосок школьника 25 минут. Забавно, но я бы держался от такого чувака подальше. Я твой рот ебал. Не понял. Мне концовка не понравилась. Все настроение испортил. Так называемое.